Несмотря на то, что звезды всегда выглядят безупречно, у них тоже есть физические недостатки, и некоторые из них едва заметны. Карьера главной звезды 50-х Мэрилин Монро усложнялась тем, что она страдала легкой формой косоглазия. Из-за этого звезда часто получала отказы от режиссеров. Ситуация изменилась после того, как знаменитость сделала из своего недостатка изюминку. С первого взгляда незаметно, но Селена Гомес тоже относится к косоглазым звездам. Этот факт не раз отмечали поклонники под ее фотографиями в социальных сетях. Тем не менее, это не помешало ей стать одной из самых популярных певиц в мире. Едва заметное косоглазие наблюдается у одной из самых популярных моделей мира Кейт Мосс, но недостаток не отпугнул именитые бренды, и Мосс стала самой высокооплачиваемой моделью 90-х. Звезду Голливуда Райана Гослинга трудно назвать классическим красавчиком. К тому же поклонники замечают, что с глазами Гослинга не все в порядке. На некоторых снимках заметно, что актер косит на один глаз. Деми Мур в детстве страдала ярко выраженным косоглазием. Чтобы избавиться от этого недостатка, знаменитость сделала две операции. Однако идеальными ее глаза все равно не стали. К звездам с косоглазием относится и Пенелопа Круз. Но даже с такими дефектами внешности она выглядит привлекательно. Кинокарьера Пенелопы началась в 1991 году, но популярной она остается до сих пор. Глаза звезды «Сумерек» Тейлора Лотнера выглядят весьма необычно, и на этот счет происходит немало споров и обсуждений, но все сходятся во мнении, что этот дефект лишь добавляет ему очарования. А замечали ли вы раньше косоглазие у этих знаменитостей? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное.